Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Яна Селина, я солистка и педагог-репетитор Мариинского театра. Мы рады приветствовать вас на традиционном утреннем классе Мариинского балета. В честь Всемирного дня балета мы проводим этот класс на знаменитой исторической сцене Мариинского театра и приглашаем вас понаблюдать за нами, а возможно и присоединиться. Пожалуйста, начнем. Разогрев к палке лицом. Полупальчик, пальчик, полупальчик закрыли. Два тандю, пассе партер, демиронт. Нажим закрыли, нажим закрыли. И три тандю в сторону плие. Также назад. Полупальчик, пальчик, полупальчик закрыли. Два тандю, демиронт до стороны. Нажим закрыли, нажим закрыли. И три тандю. С левой ноги все то же самое. Вперед-назад. Открыли на вторую, пур-де-бра в сторону, погнулись к ноге и в другую, в сторону и к ноге. Угу. Пожалуйста. Геннадий, пожалуйста. Выгибаем хорошо полупальчик. Угу. Два тандю вперед. Пассе партер, демирон до стороны. Нажим. Сашенька, музыкальнее подряд. И три тандю в плие. Сдержанное плие. Полупальчик. Назад. Пикуль правой ногой. Угу. Пассе партер. До стороны. Нажим. И три тандю в плие, Александр. И с левой ноги. Угу, стопы дотягиваем. И в бахилах. Нажим. И три тандю в плие. И еще раз полупальчик левой ножкой. Два тандю назад. На рабочую не переходим ногу, на опорной остаемся. И открыли на вторую. Пур-де-бра в сторону. И чуть-чуть спокойнее. Хорошенько погнулись. И к ноге. И влево. Руку не закидываем. Анастасия, да? Держим в третьей позиции. И закончим. Плие. Пожалуйста, препарсьон отдельно. Деми-плие с одним полупальчиком руку закрываем, со вторым полупальчиком руку открываем. Гран-плие. Пор-де-бра вниз. Полупальчики постояли, открыли на вторую. Закрыли руку, открыли руку. Гран-плие. Перегнулись назад, полупальчики. Четвертую провели. То же самое. Парам-пам-пам. Гран-плие. Пам-пам. Только здесь мы руку в четвертый арабеск наверх. Полупальчики закрыли в пятую. Полупальчик один, полупальчик второй. Гран-плие. Левой рукой повернули корпус. И постояли на полупальчиках. И отдельно пор-де-бра. Третья вниз, назад и в сторону, в сторону. Угу. Пожалуйста. Ручку открыли. С одним полупальчиком закрываем руку. С другим открываем. Гран-плие. Пор-де-бра вперед только.
Не торопитесь на всю музыку и полупальчики. На вторую. И назад с маленькой рукой. Настенька, дыми плие глубокое такое не делай. И полупальчики стоим. Угу. И в четвертую. И также ручку закрыли, посмотрели на нее, голову наклонили. Угу. Настя, ты же не торопись, на всю музыку дыми. И правую руку наверх, в третью позицию перекрутили корпус. Вернулись в третью ровно. И полупальчики выворотные. На ручку посмотрели. На всю музыку гран-плие. Левой рукой наверх, в третью позицию, перевернули прельчики. О, молодцы. И постояли в третьей позиции руки. И пор-де-бра еще отдельно. На ручку посмотрели. На всю музыку вниз, наверх, назад. Влада, руку держи, не закидывай. И сейчас руку держим, не закидываем, Влада. И постоим еще. Угу, пяточки выворотные, выворотные. Давайте сделаем с левой ноги по одному гран-плие с пор-де-бра. Гран-плие, парам-папам, вниз, да? Второе к палке, четвертую от палки и пятую назад погнемся. Пожалуйста. Только на всю музыку гран-плие, не сразу. Вот, красиво, молодцы. На ручку посмотреть. Палочки. Заднее колено выворотно в четвертой позиции. Угу. От палки. Спасибо, Геннадий. Тандю, батман. И раз, и два. Два тандю вперед. Через четвертую перешли. По одному крестом в плие. В сторону тандю перенесли через кудепье. Тандю перенесли. Тандю девлюпе в сторону в плие. Ручку закрываем. И два тандю перешли, закрыли. По одному крестом в плие. Тандю через кудепье перенесли, тандю через кудепье перенесли, тандю девлюпе, плие, поворот с левой ноги. Два вперед, через четвертую перешли, крест в плие, в сторону кудепье, в сторону кудепье, в сторону девлюпе и обратно. Буду подсказывать, Миша. Пожалуйста. Два тандю, через четвертую перейти. Закрыть по одному крестом и в плие, в сторону, через кудепье, кудепье выворотное,
Сейчас тандю девлюпе. В плие и ручку закрыли. Обратно. Пятки сзади выворотные. Крест. Угу. В сторону кудепье. Низенькая кудепье, невысокая девлюпе и поворот с левой ноги. Угу. С рукой плие. Низкая кудепье, невысокая. Угу. Девлюпе с ручкой и закрыли. И еще геночка назад. И кулиножку за себя. Пожалуйста, жете. И раз, и два. Три жете. И раз, и два. И три. Чуть повыше кудепье. И в сторону также. И три. Перенесли. И назад. Три. Кудепье перенесли. И продолжаем вперед, назад, в сторону, вперед. Ручку закроем, чтобы обратно с рукой. И раз, и два, и три. Перенесли. И раз, и два, и три. Перенесли. И раз, и два, и три. Перенесли и продолжаем по ходу ноги. Три жете, кудепье перенесли в сторону, назад. И вот как мы закончили назад, перенесли также ею вперед, назад, в сторону, вперед. Пожалуйста. Геннадий. Три жете. Перенесли. Хорошие наверх и вниз. Александр, чуть-чуть повыше кудепье. Вперед, назад, в сторону и вперед. Ручку закрыли, обратно с рукой. Угу. Не быстрее музыки, а просто четче. Правильно, молодцы. Угу, хорошо. Что не быстрее закрывать, а чтобы там тоже чуть-чуть была пауза, да? И быстрее в пятую. Можно с левой ноги, пожалуйста? Хорошо, Филипп. И вперед. Колено прямое, когда закрываем пятую позицию, ладуля. В штанишках тоже видно. Лад, да? А, давайте еще на три четверти. Можно нам жете? Рам-парам-пам-пам-пам-пам. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И семь. Балансуар. Пам-рам-пам. И по первой. Рам-пам-пам. Раз, два, три. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Шесть получается баленсор и в сторону по первой. Три креста по одному пике. Просто подряд. Шесть баленсор и семь по первой. И обратно. Понял. Отлично. Молодцы. Только не загоняйте, Геннадий. Назад. Угу. Нам чуть поспокойнее, чтобы мы еще могли после пике устоять. Устоять? Устоять? Вот такое, да, отдельно. Угу. Пожалуйста, с левой ноги. Особенно, когда 7-7.
мамочка, тяни стопу. Почти получилось. Рондежан партер. И раз, и два. Два ронда. Гран ронд на 90. Андедан. Два ронда. Гран ронд. Андедан. И два ронда. Три восьмыми в плие. На полу ронд. И еще один гран ронд. Два гран ронд. Андеор. Два гран ронд. Обратно. Два, три в плие, на полу и еще гранд-ронд. Оставили вперед. К ноге погнулись, от ноги погнулись. К палке. Перейдем аккуратно от палки. Вернемся к палке. Растянемся, погнемся назад и постоим в этитюд. Два ронда наверх, два обратно наверх, два три восьмыми в плие, на полу и еще гранд-ронд. Угу, пожалуйста. Пяточки назад, когда ронд проводим. Гранд-ронд. Сашуль, вперед-то занеси. Два, чуть пауза, и три, в плие с рукой, на полу, не торопимся на всю музыку, и гран-ронд. Гран-ронд чуть активнее, все-таки раз, бросок. Ром, не откуда-то с воздуха, гран-ронд. И вот так же по полу проводи, вот. Два. И ступку-то тяни. Три. В плие с рукой. И вот сейчас по полу. Давай. Вот так. А то ты что-то... Да? Ножки остались вперед. К ноге погнулись. Еще назад, Катюша. Не торопитесь на всю музыку. Руку держим. А вот сейчас демиронд. К палочке. Перейдем на правую ножку и от палочки. И еще, Геннадий. Вернемся к палке, растяжка. Еще, еще. На рабочей ноге не уходим. Ой, на опорной, за рабочей не уходим. И в этитюд постоим. Пяточки опорные, выворотные. Угу. Алянже. На ручку посмотрели и закрыли. Угу. Пожалуйста, с левой ноги. По полу, угу. Чуть активнее бросок сейчас наверх, угу. Постояли, Стева, надо разницу, да, 2 и 3, и демиронд, целый ронд на всю музыку. Тоже так делаешь. Бедро не поднимается. Вот сейчас пауза должна была быть. В плие с рукой. На всю музыку, на всю. Сейчас вот ровно по первой. Вот так. Ага, к ноге. Демиронд, к палочке, угу.
растяжка на опорной. Молодцы. Настя, не заваливайся на большой палец, на всю стопку стой. Настя, да? Не так. На все 5 пальчиков. Полупальчики стоят. Туда тоже. Во-во-во. Угу. Давайте фондю сделаем. Одно фондю с плие опустили на пол. Дубль фондю. И кудепье подвели с ручкой назад. Фондю также. Дубль фондю. И подвели. И в сторону также. Делаем дубль фондю. И подвели вперед. И на круазе арабеск. И еще постоим. Одно фондю опустили на пол. Дубль фондю. Подвели кудепье назад и в сторону. И фондю на 90 в арабеск. Можно, пожалуйста, Геннадий? Дубль с рукой. Головку наклонили, на руку заглядываем. И медленно, красиво выворот на кудепье, только пониже, Влада. Назад. Ручку держим на вторую. А вот сейчас закрыли и заглянули в кисточку, Ксандр. Кудепье. В сторону. С рукой. И вперед. Ниже, ниже в ладонь. И на 90 в арабеск. Повыше чуть-чуть руку. Влад, повыше. Угу. А пятки опорные. И Филипп, и Влада, и Саша. Угу. Угу. Отдельно с другой ноги. Влад, как 45 есть фондю, вот ты закончила дубль. Вот так на этой высоте и подводи кудепье. А у тебя получается еще какой-то через верх вот такое. Во-во-во. Угу. Можно с левой ноги? Настя, не проваливайся в плие. С рукой и заглянуть в кисточку. Угу. Сейчас сдержанное. Угу. Бедро сзади выворотное. Круглая ручка. Садимся. И сейчас, Настя, смотри на мою ручку, на голову. В кисточку заглянула. Угу. Не задирай руку внизу. И в музыку не торопись. Анлер отдельно откроем. И раз, и два. И два ронда. С плие демиронд. И два ронда. С плие демиронд. И два ронда. Три в плие. Турчик со второй. Открыли дублеронд. И все обратно. Два демиронд. Два с демиронд. Два. Три в плие. Турчик постояли. Открыли и дублеронд. Два через пассе, да? Два раза. Два-три в плие. Тур и дубль. С рукой, пожалуйста, и с головой. Пожалуйста. Там еще не надо отдельно, Влад. Просто закрывай. Ага. Вот сейчас заглянуть. И три подряд в плие. Турчик, стоим. Стоим. Открыли дублеронд. Угу, на бедре не проваливаемся. Дубль рунд. Угу. С
сразу, Влад, без вот этой, а потом еще отдельно, да? Сразу закрыла. Пожалуйста, с левой ноги. На опорном бедре высокенькие. Сашуля, ручку закрывай. Закрыть. Два. Пауза. Три. Плие. Не горбись спину, Влада. Обратно. Хорошо. Дубль фраппе, птибатман. И раз, и два. Сокращенный стопой флекс. Вперед, назад, в сторону. Поднялись на полупальчики. И три. Фраппе, томбе, купе. И птибатман. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. В плие. И батю повернулись. Трам-та-та-та-там. Пам-пам. В плие. В плие. Плие, поднялись на полупальцы. Три. Фра. П. Томбе. Купе. И пти батман. Па-па-па-па-па-па-па-па. В плие. И повернулись. Та-т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 а. В арабеск маленький. Чуть-чуть постоим. Вперед-назад, в сторону встали. Три. Фра. П. Томбе. Купе. Пти батман. Плие. И батю. Можно, пожалуйста, Геннадий? Хорошо, стопу сокращаем, вытянулись. Три фраппе, удар. Пти батман. Плие. И батю повернулись. Меленько. В сторону. Вытянулись. Музыкально. Ага. И пти батман. Меняем положение кудепье. Не одинаковое, в одну сторону бьем. Арабесочка на полупальчиках чуть-чуть. Колени вытянуты. Угу. Девушки, меняйте пти батман. Мужчинам тяжелее, а вы делаете. У вас стопы больше. Андрюшка, сокращай стопу. Фраппе удар, а не просто возюкаем три раза. Влада, ты вообще не меняешь положение. Сева, пониже кудепье. Фраппе, молодец. Викуля, хорошо. Угу, молодцы, ноги за себя, молодцы. Угу. Давайте адажио. На круазе поворачиваемся. И раз, и два, и три, четыре. Фуэте. Через высокую руку. От палочки в этитюд. Сели гранд-ронд. Целый. Провели вперед. И на пассе просто постояли. Парам-парам-парам-пам-пам. И раз, и два. И три, четыре. Андедан, рука сверху. От палочки. Вторая поднимается. Рам-пам-пам. И целый ронд. В арабеск. И на пассе постояли. Мужчины, можно ноги не задирать, а показать вот этот вот переход. Не надо на плие. Чуть-чуть все-таки скачить, Женечка. Вынули вперед демирон де карте. Поменяли фуэте, вытянулись, гранд-ронд и постояли. Пожалуйста, Ген. На раз крозе. Два стоим. Три перевели карте. Головка Филипп в другую сторону. Фуэте сели с корпусом. Вытянулись. И целый ронд. Угу. И пассе постояли. Высокая, прям высокая-высокая. Турчики. Машенька, локоть. Нет, чудаки, лучше вот так.
И Андедан. Экарте. Вперед ставим, ручку опускаем. Угу. Сидим и на раз. Большой ронд. Так как адажио небольшое. И пассе сзади держим. Маш, стопу чуть выше бедро. Вот. А то у тебя совсем уже с другой стороны вся стопа уже. Да? Девушки, Влада особенно. Это все-таки не вскочить и искать палку сзади. Ну, хотя бы чуть-чуть, пускай там уже потом подскочить. Но все-таки вот это положение. Да? Постараемся. Можно, пожалуйста, с левой ноги? Еще раз, да-да-да. Высокая нога. Поменяли позу карте. Филиппчик, голова в другую сторону. Фуэте. Ой, молодец. И хороший ронд, девушки. Ноги прям максимально поднимаем высоко. Настя, молодец. Угу, обратно. Высокая нога назад, а спину держим. И голова вот сейчас к руке, Филиппчик. Ага, сверху. И с корпусом. Правильно. Молодцы. Поднимаем ножку, поднимаем. И такое же высокое пассе. Надо чуть-чуть разойтись, ребята, чтобы атманы с фуэте поворотом. И раз, и два. И два батмана. Пассе, партер в плие, фуэте. И по одному крестом целый крест. И назад. И два батмана. Пассе, партер в плие, фуэте. И просто целый крест. Ничего сложного. Только единственная просьба. То есть настолько хорошо, да, бедро держать, а пятку подвернуть. Разойдитесь пошире. Два батмана, пассе партер в плие, фуэте. И задней ногой целый крест. И обратно. Два назад в плие, поворот. И целый крест другой ногой. Угу. И раз, два, и три, четыре. И раз, два, и три, четыре. Да. Ну, не знаю, сейчас попробуем, лучше ли. Как обычно. Пассе партер в плие, фуэте. Женечка, не расслабляйся. И назад. Два батмана в плие. Только позиции рук надо все равно соблюдать. И все. Угу. Когда бросаем, не теряется вот эта рука, она все равно идет на вторую, а потом кладется на палку, да? И когда по одному крестом тоже, Жень, бедра стоят, а нога отдельно бросается хорошо. Давайте. Можно так же, с левой ноги? Бедра крепкие, а руки позиции держат. Молодцы. Молодцы, сейчас хорошо было. Давайте еще назад побросаем батманы. Лицом к палке. И четыре батмана. Три, четыре. И растянулись. Хорошо. Парам-пам-пам. С другой ноги. Четыре батмана. И растянулись. Еще четыре батмана. Четыре. Погнулись. Парам-парам-папам. И четыре. Погнулись. Как вам удобнее? Давайте через первую. Ну, так тогда надо чуть-чуть, Ген, спокойнее, а вы чуть быстрее.
Давайте через первую, так, чтобы побросать хорошенько. Угу, пожалуйста, Геннадий. Только колени тянем, ногу хорошо бросаем, но колени тянем. И еще раз, только погнемся назад. Пяточки рабочей ноги, когда гнемся вниз. Угу. Палки, наверное, не будем гнуться, у нас мало времени, да? Переходим на середину. Мужчины, кто еще есть? Забрать станочек. Не надо. Ромочка, возьмите еще станок. Давайте адажио. Такое чуть-чуть. Держитесь. И раз, и два. Припросим с полупальчиками. И под руку, полупальчики. И под руку назад, полупальчики. И спокойно в первый арабеск встаем, 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 парам. И идем до четвертого арабеска. Парам, пам, 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 пам. На раз выровнялись, ранверсе, векарте. И по дебуре, припросьон. И шестое по дебра. Пам, 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 пам. Два тура лизгон, тарам-па-пам-пам-пам. Продолжаем турлян андедан через пассе в этитюд. Постояли. И фуэте. Вперед круазе, пам-пам, закрыли. И под руку вперед, и под руку назад. Набрали первый арабеск, встали, рукой вздох. До четвертого арабеска на раз выровнялись. В карте ранверсе, по дебуре, препарасьон, шестое пор дебра, турболизгон, продолжаем через пассе, турлян в этитюд, постояли, вскок, а лизгон, фуэте, в круазе вперед. И под руку, по полу ее, как тандю. Вот так, красиво. И также не торопитесь, вздохнули в первый арабеск. Ногу поднимаем постепенно, и вот только сейчас. И пошли турлянчик до четвертого. Стоим. Выровнялись и ранверсе. Бекарте. Две ручки, Настя. Подебуре, препарасьон. И шестое пардебра. Вздохнули. Припросен. Два лизгон. Стоим. Генна. Аттитюд провели. И еще у нас есть фуэте. Нет, еще постоим. Угу. Открытая рука, Викуль. И закрылись с левой ноги. И по полу тандю. Мышка по полу, тандю, да, не вынимай. И красиво в первый арабесочек набираем руки и ногу. Вздохнули. Стоим. Выровнялись и заодно сильно корпус. Бекарте. И по дебуре. Еще целую тогда. Еще гена. Дальше мы продолжаем. И стойте в эти чуть-чуть полупальчики. А вот сейчас ализгон скок. И заодно поворотик. Ручки открытые. Молодцы.
Две получилось? Хорошо. Просто можно вот сейчас мужчин больше, чуть-чуть побыстрее сейчас вариант. Чуть-чуть поживее, чтобы им не стоять. Мужчины, вас все равно видно, выходите. Чуть-чуть живее, да, Гена? Пожалуйста. Сейчас тандю по полу. Под руку красиво. Назад. И арабеск первый набираем. Двумя ручками, Сашенька, прямо по прямой. Вздохнули. И до четвертого. Стоим. Выровняли корпус. И к ноге согнулись. Раз. Экарте уже открыли. Подебуре. Препарасьон. Шестое подебра. С головой вздохнули. Рома, так не надо гнуться. Сейчас два лизгон будет основное. И стоим лизгон. Продолжаем пассе. Турлян в аттитюд. Стоим в аттитюд. И сейчас скок. Лизгон. Левой ногой. Фуэте. Правильно. И с левой ноги. Геночка, с левой ноги. Продолжаем. И красиво арабеск набираем. Красиво танцуем уже. Рукой. Угу. Четвертый сейчас. Хороший четвертый в начале. И вот сейчас плечи. Угу. По деборе. Угу. Сейчас, Рома, меньше гнись. Хороший ализгон. И не так сильно, конечно, замахиваться. Подожди, еще в ализгон постоять. А вот сейчас турлян. И стоим. И ализгон. Заодно. Молодец, Шамочка. Ну, молодцы. Что, поборолись с собой? Ром, ты пока делаешь... Как мы с Борском пытаемся? Ты уже сбиваешь себе ализгон. Ты перегнись, но все-таки естественно, потому что вот у тебя основа, а ты там еще... Да? Все-таки ногой. А давайте тандю сделаем полегче. Пассе портер до стороны демиронд. И нажим. Закрыли. Назад. И раз, и два, три, четыре. Подождите, я сейчас подумаю. И давайте лучше три тандю в плие, потому что мы пойдем в фасе назад. И раз, и два, трам-пам-пам, рам-пам-пам, плие. И два, жете, пике, полупальцы. Два, жете, пике, полупальцы. И четыре, жете, пам-пам-пам. Полупальцы, пируэт со второй. Два тандю, пассе-портер до стороны. И вперед, назад, вперед. И два. Па-пам-пам-пам, парам-пам-пам, пам-пам. Два пике, так, чтобы я вас не запутала. И два тандю вперед. Пассе-портер до стороны. Вперед, назад, вперед, плие. И два тандю в плие, пассе-портер. И назад. Пам-пам, пам-пам. Закрыли. И два жете, пике, полупальцы. Два жете, пике, полупальцы. Четыре в сторону жете, полупальцы. И тур со второй. Угу, пожалуйста. Пассе-портер. До стороны. Вперед закрываем. Три. Плие, фасе назад, только по полу, не через кудепье. И назад, и на ручку посмотреть. Закрыли руки, жете, два, пике, полупальцы. Стоим, назад. И четыре в сторону. Полупальцы, два тура. Чуть активнее ноги. Особенно на жете. Вперед. Сейчас посмотрели. Вперед на ручку. Закрыли.
Назад. Плие и закрыли руки, и жете. Сами музыку создавайте. Стоим. И четыре хороших, невялых. Полупальцы. Молодцы. Девушки, как второй раз, вот второй будет делать, да, чтобы в сторону не просто было, а все-таки тоже рабочая нога. Можно еще раз? Ручку меняем, вперед закрываем. На кисточку посмотреть. Ручки закрыли, фасе, шамочка и фасе. И сейчас назад три. И закрыли ручки, два жете. Стоим. Молодцы. Хороших рабочих, четыре жете. Полупальцы. Головку наклонили, правильно, Саша? Сейчас к ручке головку, правильно. Сейчас плие и руки закрываем. Все, молодец. Лицо только свободнее. Не показывай мучения. Хорошо, ребята. Давайте пируэтики сделаем. Три четверти, Геннадий. Раз, два, три. Раз, два, три. Вальс. И раз, два, три. Не переворачиваемся. Второй, чтобы тур в арабеск, в аттитюд. И два тура. Пам. Повернулись в третью позицию. Балансе. Балансе. Сутеню. Препарасьон. Два тура. Фуэте. И еще два тура. Вторые. Вальс, вальс, арабеск, аттитюд. Два тура сутеню, повернулись, третью стоим. Балансе, балансе, сутеню, препарасьон. Два, фуэте и два. Мужчины, вы можете вместо вальса сделать шине. Фуэте. Шине, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Арабеск, дальше все то же самое. Чтобы не мучиться с вальсом. Два вальса, арабеск, аттитюд, андедан, повернулись. Два балансе, сутеню, повернулись. Два фуэте, два. Угу. И сейчас не переворачивайтесь. Викуля, идеально. Еще набрали ручки. Плечики вот сейчас поворачиваем, Маюшка. Надо было вторым вступить. Сейчас, Геннадий, мы еще не готовы. Очень хорошо. Но может быть, мне кажется, ты совсем, Викуля, осталась вот так, а все-таки я все боялась, чтобы вы не перевернулись в анфас, но сейчас, получилось, не довернулись. Угу. Чуть-чуть больше. Девушки, встаньте пониже, чтобы мужчины могли подряд начать. Надюш, еще ниже встаньте, чтобы мы не делали паузу. Ой, Геннадий, пожалуйста. Молодец, рамочка, только перед андедан не сбрасывать ногу. Балансе, плечики поворачиваем. Мужчины, может, попробуйте подряд? И шине. Рома, это что, вертолетик? Арабеск, аттитюд, два андедан, сутеню, балансе. Хорошо, Катюша. И сейчас не торопитесь. Допойте руки. Да, типа того, Женя, балансе. Хорошо, Филиппчик.
Ром, просто не три шине, да, с руками. Все-таки ты так набираешь, но потом-то все-таки закрывай их. Да? Мы влево будем делать, Геннадий. Ну, постараемся, да. Давайте, девушки, подряд, совсем мало времени. Отлично, сейчас. И сейчас красиво допойте. Плечики поворачиваем. Настя, заднее плечо очень высоко. Угу. Пришли в себя. Уходите сразу. Хорошо, Рома. Плечики. Молодцы. Давайте быстренько батманчики. Препарасьон. Пам-пам. Два тура круазе. Пам-пам. И ранверсе. Мое любимое, ничего не могу сделать с собой. Два круазе. Батман. Два круазе. Батман. И стоим. Пам-пам. Стоим. Пам-пам. И три подряд. Тарам-пам-пам. И два тура. Пам-пам. Ранверсе. Закрыли. И два. Батман. И два назад. Один. Пауза. Второй. Пауза. И три. Батмана закрыли. Постараться чуть-чуть корпус, когда с паузой. Угу. Геннадий, мы готовы. Нога высоко. Один пауза. В момент броска меняем голову. Сейчас чуть-чуть задержись, Гена. Да, надо, Геночка, спокойно. Это гранд-батманы и большие туры. Головку стараемся менять. Вот все то же самое, в два раза медленнее. Надо прямо хорошо им, чтобы хорошо сделать. И два тура, и ранверсе. Все спокойно, грамбатманом подготовиться, а то они очень быстро. Молодцы. Только бросок. Бросок. Вот сейчас голову повернули и стоим туда. Вот только сейчас отвернули. И вот только сейчас с ногой меняем головы. Спасибо, Гена. Только батманы тоже бы. Вот сейчас можно не замедлять. Стоим так же. Вот сейчас поменяли. Угу. Очень тяжело, Ген, на сцене найтись после подобуре и батманы быстро сделать. Еще освещение такое, что просто пока поворачивался, уже потерялся. Давайте прыжочек первый. И сисон томбе в круазе, и три шанжман. В сторону сисон томбе соте, сисон томбе вперед, и три шанжман. Сисон томбе в сторону, пам, и назад. Сисон томбе, пам, 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 рам, пам. Парам-пам-пам-пам. Си сон том бе. И раз, два, три. Сон том бе. Пам-пам. Том бе? Да. Да, получается, мы когда три шажман поменяли в сторону, андеур начали и поменяли. А потом, когда андедан, раз, два, три, к задней. Там и поменяли. Ага. Я сомневаюсь. Угу. Легенько так, Геночка. И соте. Ничего.
Вперед надо было. Угу, назад. Сейчас задняя ножка. И назад, правильно. Угу, правильно. Вперед лучше сделать вот в такую руку, чтобы не одинаково было два раза, а назад, соответственно, да? Угу. В сторону. Соте. Чуть-чуть полегче. В сторону. И назад. Сейчас задней ножкой. Правильно. Ногу после сисон томбе не поднимаем, так с пола она и подтягивается. Угу. Правильно, Филиппчик. На соте очень не раскрывай ноги. И андедан с правой ножки надо было. Сейчас задняя. Ты просто первый раз неправильно сделал. Андеорандедан страдает. Давайте шапе тоже трамплинное. В четвертую, вторая, лицом, спиной, лицом, подеборе. Сейчас я в какую тоже сторону. Четвертая, вторая, 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 подеборе. И правой ногой сисон уверт, и левой ногой, и два пируэтика. Четвертая, вторая, лицом и шапе, спиной, лицом по деборе. Сисон уверт, маленький сисон уверт, ассамблея из этого же плевье, препрессион. А уже заплетается рот. Четвертая, отдельно вторая, лицом спиной, лицо по деборе. Сисон уверт, он же препрессион, два тура. Тоже такой легкий трамплинный. Угу. Подобре, сисон уверт и препрессион. Ага, с левой, да. Девушки, перед пируэтами не пристраивайтесь. Вот сейчас заодно с того плие, правильно, Виколя, по вот это, как Игорь Юрьевич любит показывать, не успеть здесь. Угу. Яночка, мы готовы? Подобре, сисон уверт. Назад. И он же препрессион. Мужчины, вы можете сделать вот такое, без пассе. Препрессион к пируэту. Легенькие сисон увертики выворотные. И... Давайте ассамблея сделаем. Ассамблея, ассамблея, глиссад, ассамблея, жете, жете, ассамблея, рояль, бризе сидим, и шаг под пассон, ассамблея. Не будем подряд, наверное, на другую сторону. Два ассамблея. Ассамблея, ассамблея, глиссад, ассамблея, жете, жете, ассамблея, рояль. Брезе вперед сидим, брезе назад сидим, шаг под пуассон, ассамблея. Ассамблея, ассамблея, глиссад, ассамблея, жете, жете, ассамблея, рояль, брезе сидим, сидим, пам-пам-пам. Угу. С двух ножек толкаемся подряд. Жете, жете. Бризе сидим. Паде пуассон. Ага, все, все, все. Не успели там собраться на паде пуассон, да? Когда назад бризе сделали, перевести раньше корпус, чтобы успеть прыгнуть.
А получается, пока вы туда брезеты обратно сделали, там и остались. А вначале корпус, а потом. Угу. Сейчас, девушки, да, корпус переведите. После брезе назад. Гена, мы готовы. Глиссад. Жетте. Жетте. Брезе. Сидим. И корпус перевели. Правильно. Да, в идеале было Влад с двух ног сразу. Ассамбле, ассамбле, глиссад, ассамбле. Жетте, жетте. Брезе и подпоз. Угу. Готовы? Жетте. Брезе. Корпус перевели. Вторые сразу. Жетте, жетте. Брезе. Все, Геночка, спасибо. Давайте, да, все вместе влево, да? Это мужчинам и женская немного комбинация получилась. Это то же самое с левой ноги, мы просто все вместе сделаем, чтобы времени не тратить. Угу, мы готовы? С двух ножек. К ноге корпус, от ноги и поменяли. Молодцы. Только почему-то проблема, я не то. И заодно. Почему-то вы ассамбле, ассамбле и все, и стопор. А то, что так же продолжать... Просто глиссад. Угу, пожалуйста, Ген. И продолжаем заодно, правильно. Трамплин не теряется, одно из другого. Севка, что с руками? Брезе вперед, брезе назад. И руку закрываешь, корпус меняешь, соединяешь руки. Ребят, давайте такие легкие кабриольчики сделаем, что не убьете. Глиссад наверх, кабриоль. Шага, кабриоль. Шага, кабриоль. Купе, ассамбле, катер. Глиссад, кабриоль. Глиссад, кабриоль. Сад, кабриоль. Ассамбле, катер. Глиссад, кабриоль. Шаг, кабриоль. Шаг, кабриоль. Купе, ассамбле, катер. Наверх начинаем. А дальше прям все подряд идет. Наверх начинаем. И как нога идет, так и идет. Да? Такой тоже легкий, трамплинный. Не засиживаемся. Еще легче чуть-чуть, Гена. Чуть-чуть живее. Это еще небольшие кабриоли, а средненький такой легкий прыжок. Сейчас, сейчас, Ген, извините. Ребят, идея такова. Не то, что глиссад, кабриоль. Шаг, кабриоль, а все заодно. Глиссад, кабриоль, продолжаем, кабриоль, продолжаем, кабриоль. Ассамбле. Да, одно из другого, трамплин не теряем. Купе, ассамбле, катер. Угу. Голову отвернули правильно, Настенька, руки не открыла. Две ручки. Купе, ассамбле. Но голову отвернуть на глиссад. Ага. Не знаю прям, что с вами делать. Давайте один большой сделаем. Полупальцы антершасис. Препрессион для мужчин. Кабриоль назад. Которые все ушли, да?
покурил ЖТ, покурил Ассамбле, Томбе ЖТ Антурнан и Сесон Уверт, и Сесон Томбе Антурнан. Полупальцы антершасис, препарасьон, глиссад, кабриоль назад, препарасьон, покурю ЖТ, покурю Ассамбле. И сразу ЖТ Антурнан и Сесон Томбе Антурнан. Да, тоже все как удобно, ноги идут, ничего нового. Можно, Геннадий? Полупальцы с головой. Хорошо. Хороший набор. Правильно. Покурю ЖТ. Пикуль ножки не задирай, но покурю высоко. ЖТ и Томбе. Правильно. Молодец, Шамочка. Хороший кабриоль, ногу хорошо бросить. Тоже ЖТ, хорошее туда, вылетаем, ладуля. Молодцы, девушки. Сейчас кабриоль хороший, правильно. Покурю небольшой, не больше ЖТ покурю. Молодцы. А уже после кабриоля можно кинуть ногу, не бояться. Уже кабриоль сделан. Геннадий, у нас девушки хорошо прыгают. Сейчас спокойнее. Молодцы. Покурю небольшое, ЖТ большое. Чуть-чуть замедлить. Молодцы. Микуля большой покурю. Лада, ногу бросай. И от... Во, молодец. Сейчас бросаем ногу, забираемся туда. Умнички. Ножками шебуршим антершасис. Ногу швыряем. Молодец, Настя. Толкаемся совсем невыворотно в этом ракурсе. Хорошо, Машка. Молодцы, девушки. Покурю, набираем и с выворотной по возможности ножки толкаемся. Молодцы. Угу. Севка, сбиваешь Мишу. Чуть-чуть есть голова, Сева. Антершасис в сторону и набрал, чтобы прыжок еще выше. А ты как встал, так ничего не поменялось. И прыжок ушел. О, давайте сделаем по диагонали просто. Экарте, пам-парам-пам, подыша, через глиссад и все подряд. Один, второй, третий, четвертый. Конечно, конечно, кто хочет подряд, можно подряд подыша, как вам удобно. Просто я на всякий случай. Па-пам-пам-пам-парам, допустим, и подряд пошли. Да? Угу. Дон Кихот, да, вот кода? Экарте, нет, что угодно, просто сейчас я собью тебя. Угу. Влада, только это экарте, а не фассе было. Хорошо, Настя. Экарте нога, не фассе.
что вперед и карте. Вперед и карте, голова к ноге, правильно? Молодцы! Стопки сзади тянем. Молодцы. Пам-пам, сейчас пауза. Девушки, ошибка, Владуль, где это? Вы делаете, ну это да, а еще вот это. Наоборот, открыть, дать место ей подняться. Лучше с другой ноги покажу, да? Господи, я никого не вижу, куда вы спрятались. Не фасе, а в карте и освободила себе место, куда прыгать. Ага. Я думала, вы сделаете это два тура. Давайте, да. Можно, Геночка, мы готовы, пожалуйста, с левой ноги. Да. Сейчас хорошее карте. Правильно, Викуля. А Настя не освободила место для ноги. Вот так, Влада. Задняя нога, тяни ее. Камила, сейчас все не вот так, а вот так. Дайте место ноге. Только к ноге голова. Хорошо, Машенька. Правильно. Осторожно, Миша. Ты заднюю ногу передерживаешь, чем переднюю дольше. Мишка. Ты, когда прыгаешь, заднюю ногу поднимаешь, ты переднюю-то не бросай, а тоже ее поднимай. У тебя получается... А ты ее тоже держи туда, да? Да, подтягивай наверх. Мужчины, сделайте два тура нам, да? То есть все, что угодно. Только вы скажите, чтобы Геннадий знал, что... Третью часть по хиту. Можно нам повертеться? Старайся ровненько. Хорошо. И уже музыка закончилась, поэтому надо в комбинации подряд делать туры. И уже препарасьон. Молодец, Мишенька, вот так музыкально красиво, чем вот это полчаса. Давайте, да, девушек отпустим, вы хотите что-то еще сделать? Ну, Пордебра уже, как мальчики, сделают круг. Можно нам круг? Кто отдохнул? Угу. Хочется все-таки прыгнуть не совсем ползком. Чуть-чуть вытолкнуться. Молодец, ноги красиво швыряешь. Чуть-чуть хочется первым выпрыгнуть. Хоть капелечку. А, все, поняла. Нет, молодец, хорошо все. Хорошо, Сева. Давайте Пордебра все вместе сделаем, да? Первые позиции. Парам-пам-пам. И Пордебра. Па-пам-па-пам. Парам-па-пам. Пам-па-пам. Парам-па-пам-пам. Па-пам. Парам-па-пам-пам-пам. И встанем в арабесочек. Парам-па-пам. Парам-па-пам-па-пам-пам. Чуть-чуть баланс поддержим. И еще раз. Только как бы в левую сторону. Та-там-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там. И постоим еще в арабеску. Головку направо, Настенька. Обе Настеньки. Да, сцена, покат, поэтому аккуратно. А поднимаемся, открываем ручки. И в сторону. Сильно туда не надо перегибаться, просто посмотреть на кисть. Вот так, Викуля, красиво.
И дальше, дальше, Геночка, бесконечно. И вот закругляйся, пам, и пойдем с другой ножки. И как сначала, можно? Мы тебя, извини, сбиваем. Да, сначала. Только не горбиться и куль, все равно спинку держать даже не низко. Ручки открываем, просто за кисточки посмотрели, не надо туда гнуться. Мы гнемся в другую сторону. И 2 по 8 постоим в арабеск. Животик, Сашенька, не тяни плечи назад, наоборот, отпусти их чуть-чуть, плечи. Вот так, а животик втяни. И поклончик. Мы закончили урок. Спасибо большое, что были с нами. До свидания.